24-летняя Деми Роуз, расслабляется на живописном курорте. Британская модель приняла участие в провокационной съемке. Девушка сбросила с себя всю одежду. Брюнетка с женственными формами продолжает покорять просторы сети. Деми часто устраивает дерзкие фотосессии и показывает свои достоинства. Роуз сейчас находится на горном острове Пхукет, расположенном в Андаманском море. Она наслаждается местными пейзажами и снимает себя на их фоне. Инстадива решила напомнить о своей яркой внешности, по поводу которой часто получает комплименты. Она продемонстрировала тело, раздевшись до крошечных стрингов. Деми легла на живот, акцентируя всеобщее внимание на пышных бедрах. Роуз повысила градус откровенности, оставшись перед камерой полностью обнаженной. Фотомодель позировала в лучах заката, показывая соблазнительные изгибы. Она оставила свои длинные мокрые волосы распущенными и сделала выразительный макияж с акцентом на глаза. Образ завершили нежные украшения, серьги и кольцо на указательном пальце. «Помолитесь за меня», — отметила Деми. «Ты нереальная, сексапильная красотка. Ай, как горячо, можно обжечься, восхитила мой разум красавица, которых мало, удивительная девушка. Все при ней, нереальные формы. Фантастическая фигура. Пленительная красотка», — восхитились подписчики звезды. Деми обожает путешествовать. Летом она побывала в Калифорнии. Британка снялась на пляже в пикантном золотом микробикини. Роуз недавно в голом наряде позировала в пустыне Блэк-Рок. Фотомодель сделала необычные кадры в цветочной ванне в Индонезии.